Я Роман Киселев, шеф-повар ресторана 075 Плиз. Мне 26 лет. Наше поколение определяем, наверное, чуть старше меня все-таки, но тем не менее и молодое поколение тоже определяет то, как будут лезть люди через 10-15 лет, да, какого уровня рестораны будут, да. Это все зависит от шефов текущих, зависит от того, как мы передадим знания молодому поколению, в том числе, да, как мы обучим новых ребят, чтобы они были лучше, чем мы, чтобы у них был старт более мощный, более резкий. Вот такие вот места, как, допустим, школа Поль Бокюс задают это, да, то есть до этого в России не было такого, что я, будучи поваром, там, у меня была возможность уехать за границу. Но здесь у ребят есть возможность получить хороший старт, хорошую базу. На мастер-классе я поделился опытом работы своим, опытом учебы за границей. Тема лекции была, как устроены зарубежные файн-дайнинг-проекты изнутри. Я, как никто другой, могу максимально полно рассказать об этом. За плечами у меня более 15 стажировок по всему миру. Это Австралия, Штаты, Скандинавия, Франция. Я работал в абсолютно разных местах, начиная от каких-то бургерных, заканчивая тремя звездами Мишлен. У меня накопился такой багаж опыта, которым я поделился сегодня со студентами. Меня вот часто спрашивают ребята, и сегодня спросили как-то, или что их ждет на стажировке, тоже был такой вопрос, да, там более детально раскрыть, что потребуется. В общем, все вопросы были по делу, все вопросы были прекрасные, то есть и про развитие, и про стажировки, и про то, какую литературу читать, как правильно развиваться, как там стать шефом, то, что быстро, но как вот правильно пройти эту карьерную лестницу. Так, ну, если вы говорите о том, к чему готовиться, ребят, здесь нет каких-то исключений, нужно готовиться к долгим часам работы, к тому, чтобы преуспеть в этой сфере, нужно очень много трудиться, быть любознательным, быть трудоспособным и быть дисциплинированным. Если вы хотите преуспеть в этой сфере, да, нужно быть готовым к тому, что это требует больших усилий, и это требует, конечно же, любви к этому делу. Без этого невозможно.